Новую информационную систему презентовали на заседании Совета по привлечению инвестиций. Ожидается, что она будет одинаково полезна как для предпринимателей, так и госорганов, а также финансовых институтов. И позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность. В связи с этим госорганам поручили ускорить завершение ее ввода в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестпроектам. Также участники заседания обсудили запланированные проекты в сферах транспорта, логистики, здравоохранения и туризма. Платформа действует как централизованный хаб, объединяющий различные стороны процесса. Главная задача платформы – обеспечить эффективное и ускоренное взаимодействие между инвесторами и госорганами по трем основным направлениям. Первое – онлайн-мониторинг всех этапов реализации инвестиционных проектов, автоматизация подачи заявки на инвестиции отраслевыми государственными органами и акиматами и автоматизация подачи заявки инвесторами на реализацию инвестиционных проектов.